Поправки внесены федеральным законом от 29 ноября 2021 года о внесении изменений в часть 2 Налогового кодекса РФ. Они касаются исчисления земельного налога и налога на имущество физлиц за период 2022 года. Ограничивается применение коэффициента 1.1 при установлении фактов неправомерного использования для сельхозпроизводства земельных участков сельскохозяйственного назначения. Неправомерного использования в предпринимательской деятельности земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также изменения характеристик объекта недвижимости, влияющих в соответствии с законодательством о государственной кадастровой оценке на его кадастровую стоимость. Площадь, категории земель, вид разрешенного использования, степень готовности объекта и тому подобное. С налогового периода 2022 года изменены условия применения для расчета транспортного налога. А именно, отменены повышающие коэффициенты 1.1 и 2 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и от 5 до 10 миллионов рублей, определяемой Минпромторгом России. Поэтому сформированный на 2022 указанным ведомством перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов применяется для исчисления налога с коэффициентом 3 только для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей.